Здравствуйте! После долгих и праздничных выходных программа «Сканер» вновь возвращается в эфир. В студии Максим Ивановский, и сегодня мы вам покажем. Нажились на космодроме. Хищения со стройки Восточного не прекращаются. Расследовали дело на 900 тысяч, набрели на растрату в 11 миллионов. Осторожно, лед тонкий. В Преамурье водители почувствовали приближение весны. Под лед в праздники ушли несколько автомобилей. Пьяный за рулем – 30 тысяч штрафа. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» всегда приносит свои плоды. На этот раз даже 3 уголовных дела. И снова обвинение в хищении средств с Восточного. На этот раз на космической стройке нажились на относительно небольшую сумму – всего 900 тысяч рублей. Расследование очередного уголовного дела окончили следователи амурской полиции. Обвиняемые по делу – бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и начальник отдела строительной организации. Установлено, что строительная компания приобрела кабель для объектов космодрома по цене, превышающую реальную. При помощи компьютерной техники он изготовил счет, в котором указал стоимость кабельной продукции более 13 миллионов рублей, включив заведомо ложные сведения относительно ее цены, завысив на 900 тысяч рублей. После получения в январе 2015 года денежных средств от организации заказчика, генеральный директор ООО перечислил оговоренную сумму на счет руководительницы отдела данной организации. Женщина распорядилась деньгами по собственному усмотрению. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, а пока работали над ним, вскрылось и другое преступление. Оказывается, по договору злосчастный кабель поставили не весь. Большая часть средств, а именно 11,5 миллионов, были похищены. Отсюда и второе дело по статье «Присвоение и растрата». Материалы направлены в суд. У медвежонка похитили рельсы. Речь идет о детском аттракционе в городском парке Райчихинска. А обокрал детский аттракцион местный житель. В суде установили, что мужчина тайно похитил 18 металлических рельс. Ущерб от такого деяния индивидуальный предприниматель, владелец медвежонка, оценил в 210 тысяч рублей. Вину житель Райчихинска признал и получил по решению суда 2 года и 2 месяца условно. Из ледового плена в преддверии Дня защитника Отечества амурские спасатели освобождали не один автомобиль. В районе села Белогорье помощи ждали мужчина и женщина. Там под лед провалился легковой автомобиль. Люди выбрались на крышу машины через люк, но на берег самостоятельно выйти не смогли. Дежурная смена амурского ДВРС ПСО прибыла на место. Застрявших людей посреди зии сняли с помощью раздвижной лестницы. Медиков вызывать не пришлось. Ну а мазановские пожарные также 22 февраля вытаскивали микрогрузовик. Он провалился под лед передними колесами на протоке реки Селимджа. Прибывшие на место пожарные помогли вытащить автомобиль и отбуксировали его в Новокиевский Увал. Водителю медицинская помощь не потребовалась. 26 пьяных водителей за праздничные выходные задержали госавтоинспекторы. Массовые проверки проводили в рамках операции «Нетрезвый водитель». В Благовещенске выбрали две точки – на 5-м километре Новотроицкого шоссе и в районе 24-го дома по Игнатьевскому. В ходе профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД останавливали максимальное количество машин, беседовали с водителями и, если возникало подозрение, предлагали пройти освидетельствование на состояние опьянения. Так и выявили 26 пьяных рулевых. 11 водителей от проверки отказались. Сотрудники госавтоинспекции обеспокоены тем, что уже с начала 2016 года выявлено 26 женщин, находящихся в состоянии опьянения за рулем собственного автомобиля. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования есть наказание в административном кодексе. Штраф 30 тысяч рублей. Ну а еще лишение прав на срок до 2 лет. За повторное нарушение ответственность уже уголовная. Так, кстати, с 20 по 23 февраля возбуждено 3 уголовных дела по этой статье. В общем, выходные не удивили. В сводках госавтоинспекторов, как обычно, сотни нарушений и десятки ДТП. Мы рассказываем вам лишь о тех, на местах которых работала наша съемочная группа. Страшное ДТП на Новотроицком шоссе. В результате серьезного столкновения пострадали люди. На 5-м километре трассы столкнулись Hyundai Solaris и Honda Inspire. По свидетельству очевидцев, Solaris, за рулем которого была девушка, выехал на встречную полосу, якобы избегая столкновения с Toyota Aleon. Автомобили получили серьезные повреждения. Пострадали и оба водителя. С места ДТП их увезли на скорой.
Рулевой внедорожника преградил путь универсалу на Горького. Громкий удар прогремел на пересечении с Комсомольской. К точке X оба авто приближались под прямым углом. Toyota Fielder катилась по Горького от горбольницы в сторону Калинина. Харьер по Комсомольской от Амурской в сторону Красноармейской. Водитель второго авто перед перекрестком то ли по сторонам не посмотрел, то ли решил проскочить. В общем, встал как раз на пути собрата. Скорую вызывать никому не пришлось. Три авто столкнулись на перекрестке Чайковского-Политехническая. Спровоцировал всех на более близкое знакомство шофер микрогрузовичка. Автомобили ехали по Политехнической. Toyota Креста двигалась со стороны Чайковского в сторону Театральной, а Ipsum навстречу. Рулевой второго авто хотел повернуть на перекрестке налево и притормозил, пропуская встречную Кресту. Но получил удар сзади от грузовика и налетел на Кресту. В общем, досталось всем. Хорошо, что живы-здоровы и помощь медиков никому не потребовалась. Несоблюдение дистанции безопасности. Без этого ни одни сутки на дорогах не проходят. На этот раз Suzuki Skoda догнал Toyota Fielder на Октябрьской. Автомобили катились друг за другом. Перед Калинина рулевой Fielder притормозил, а шофер из Skoda не успел и впечатался в заднюю часть универсала. Сам внедорожник на первый взгляд и не пострадал, а вот Toyota усыпала проезжую часть осколками. Ну а в завершении программы по традиции напоминаю вам о том, что если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, и это не обязательно только лишь ДТП, не забудьте вызвать сканер. Наш телефон работает круглосуточно и не меняется. 50 12 12. Ну а на сегодня это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер. Альфа-ТВ.ру